вам сообщить оформление кейс. Суракужи появился чудный маркетплейс. Вот они-то там торгуют именем святым. Приезжай и поторгуйся прямо с ним. Он успешен и спокоен в роли продавца. Но слушайте, не используя приемов красного словца. Красотою привлекают, все к нему бегут. И что кто-то предлагает с трепетом берут. Он глава, владелец рынка, конкурентов нет. Он торгует и не ходит даже на обед. Кальюга наступает, времени уж нет. А его товар спасает всех от всяких бед. Расскажи нам поскорее, не тяна ножан, про товар паранормальный, чтобы не обман. Где берет и сколько стоит, где его хранить? Как с тобою о дисконте нам поговорить? Отвечает лейтенанта, карту без лихвой. Мой товар паранормальный, вовсе не простой. Продаю святое имя, верь или не верь. Ну, а если ты не веришь, то при мне проверь. Цены я вам назначаю, чтобы перестать. Если будешь гауранга громко повторять. Ну, а если вдруг слезины как выпадет из глаз, то себя отдам в придачу до любви встать. Будь ты варщ, я или шутра, беден или богат, все равно для лейтенанты каждому он рад. Продает святое имя, он заверу всем, чтоб спастись от века Кали Раздинасты. Продает святое имя, он заверу всем, чтоб спастись от века Кали Раздинасты. Так поют пахтили нотами пьяные дамы. Прославляйте Гаврангу, просит он нас. И звучит на хоре нам гора. Не дай, мимо щедро раздается, просто собирай. Так поет Бахтиви Рода, Нитьяна Гудас. Прославляйте Урангу, просит он нас. И звучит на Харинама Горангиспай. Мило щедро раздается, просто забирай.